Сегодня в гостях у маленьких пациентов детского отделения старшеклассники Бутовской школы номер 1. Пока клоун Алекс готовится к выходу, ребята знакомятся друг с другом. Несколько минут, и все словно давние друзья. С появлением клоуна Алекса началась торжественная часть праздника. Многие дети хорошо знакомы с ним, и все же всякий раз Алекс удивляет чем-то новым. Раз, два, три, открываем глазки, вот появилась гитара. Появилась гитара, и полились песни. Пели все вместе, отчего настроение становилось еще более радостным. Даже мамы, наблюдающие за действием со стороны, подхватывали знакомые слова. Конечно, нравится. Замечательный праздник, прекрасная организация. Дети очень счастливы. Я думаю, почаще бы такие мероприятия устраивали в детской больнице. Здоровья было бы больше. И, конечно, все бы шли на поправку активнее. Екатерина уже неделю лежит в отделении вместе с двумя маленькими сыновьями. Никогда раньше, говорит, пребывание в больнице не было столь приятным. С ней соглашаются все взрослые, чьи дети в это время находятся здесь. Это очень хорошо. Поднимает настроение им. Отлично. Один из участников праздника, Алексей Кашников, с самого начала признался ребятам, детских песен почти не знает. Но с песней идет по жизни и точно уверен, песня, как говорится, строить и жить помогает. Но мы пройдем из молотоволны в парапет, и зазвенит бокса, как первая струна. Кстати, за минувший год в детском отделении побывало много совершенно разных людей с одним общим желанием – хоть на денек приблизить выздоровление каждого, кто здесь лечится. Были, значит, у нас артисты эстрады и цирка, артисты театра и кино. У нас замечательно, я считаю, вообще самое лучшее – это «Видное ТВ». Всегда приходят, помогают. И, конечно, помогают ребята с разных школ. Очень сильно помогают различные ТСМы в нашем Ленинском районе. Помогает администрация района. И помогают жители Ленинского района. Понимаете, мне звонят незнакомые люди. Говорят, вот там за памятником Ленина. Я прихожу, там стоят два огромных мешка с подарками. Даже не знаю, кого. Ребята-волонтеры из Бутовской школы номер 1 подарили каждому маленькому пациенту отделения открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления и нарисовали плакат, говорящий сам за себя. Такое внимание оказалось дорого каждому. Чтобы дети улыбались, потому что они все время в палатах сидят, а тут развлечения какие-то. Когда сама болела, чтобы родители пытались поднять настроение, помогало очень сильно. Чего ты желаешь вот всем ребятам, которые здесь находятся? Чтобы они выздоравливали и вышли из больницы. Тебе ты тоже этого желаешь? Да. Пройдет неделя, и доктор клоун с курсом смехотерапии вновь приедет сюда, чтобы снова заставить малышей хотя бы на часок позабыть о болезнях и почувствовать себя здоровыми. Татьяна Брылова, Даниил Свидерский, Анастасия Нурхунова, «Видное ТВ».